Я не понимаю, папа, зачем тебе ехать во Флориду уже завтра? Хороший внук всегда поможет дедушке. Мы с твоей мамой туда ездили каждый год. Она бы этого хотела. Даже если придется поехать на море. Дедушка, не пора бы начать играть в гольф? Он назвал вас дедушкой? Кто, Пепе? У него дебилизм. И даже если дедушка будет неуправляем. Бабушку только вчера похоронили. Но она сказала мне на смертном одре: теперь иди и возьми свое. Самый лучший подарок деду — это горячая студенточка, которая займется с ним сексом, прежде чем он умрет. Обычно дедушка просит просто носки. Зак Эфрон, Роберт Де Ниро. В горячей комедии «Дедушка легкого поведения».